кактус. А еще, смотрите, в случае, если у вас дома очень сильно ругаются люди, если есть соседи, которые очень ругаются, поставьте кактусы в тех местах, где ругаются, возле стены. И тогда весь негатив, который есть у этих людей, он не будет заходить в вашу квартиру, а будет оставаться на иголках этого кактуса. Таким образом, можно сказать, что кактус является барьером. Но и это еще не все. Оказывается, если поставить кактус рядом с кроватью, не обязательно у изголовья, а где-либо рядом с кроватью, то улучшается сон. Эти мексиканцы, они очень, ну там много кактусов, вы это знаете, они очень хорошо относятся к кактусам и говорят, что если человеку не снятся сны, если у человека плохой сон и плохое засыпание, то он должен рядом со, с собой свить такое гнездышко, называется ловец снов, либо поставить кактус. И если кактус будет стоять, то человек будет лучше спать. Я с этим тоже